Я Толпейкова Мимай, учусь в школе ЧПА Осикова. Это макет нашего сада. Это будущее. Будущий сад, это ботанический сад. Здесь я построила много деревьев. И еще хотим построить здесь летний класс, чтобы учиться в чистом воздухе. Еще здесь монумент, снежный барс, медведев. Хотим построить такие монументы в будущем. Здесь мы можем наслаждаться природой, учиться, сделать эксперименты. Практические вещества можно сделать. Будет здесь под открытым небом чистое. Здесь будет очень чисто. И еще хотим здесь посадить многие яблоки, впрочем. Ботанический сад. Название я назвала его «Снежный барс», так как они исчезают.